Я хотел бы второе отделение построить как полуспонтанный сейшн. А здесь присутствует невероятная концентрация талантливых людей. И я буду вызывать по очереди каждого к стенке. Скажи еще к стенке. Вот. А, разумеется, никто тут ничего не репетировал. Это все совершенно спонтанный вариант. Просто, как выясняется, многие из тех, кто здесь присутствует, даже если друг друга знают, видятся редко. И уже кажется, тем более редко. Вот получается так, что мой приезд вот консолидирует каких-то людей. И если у них там в результате этого общения возникнет желание пообщаться и без меня, там, друг с другом, сделать какой-то проект, просто поиграть для удовольствия, я буду считать свою задачу выполненной. Вот. Сейчас нам принесут еще один вокальный микрофон. Вот. А пока мы можем... Тут только гитар уже, на самом деле. А! Мне хотят включить передачу. Дорогой Алик. Я уполномочен передать тебе горячий привет из Одессы. Потому что я только с утра с поезда. Мне, к сожалению, привет немного остыл, но это тебе от одесситов, от Черноморского клуба «Афалина», чтобы ты ел и вспоминал. Это тортик. Спасибо, Игорь. Видите, все возможно в этом мире. Так, сегодня там выступаешь в Москве, тут тебе что-то передают из Одессы. Получилось? Нет? Ну, я домой приду, я прослезюсь, я обещаю. Вот. Так, все уже здесь сидят, да? Микрофон уже? Ладно, давайте мы тогда начнем с инструментальных частей каких-то, а потом потихоньку придем к вокалу. Миша Барановский, здесь ли ты? Приходи сюда, пожалуйста. Раз. С Мишей Барановским мы последний раз виделись 20 лет назад. 22. Да, в 90-м году это было. Когда-то мы познакомились, когда я играл в дуэте с Сережей Швецом, вот, а Миша играл с Витей Бараком. Вот, и мы встретились в городе... Нет, это Тернополь. Это был Тернополь. Вот, и Миша тогда совершенно поражал мое воображение как гитарист. Собственно говоря, и до сих пор поражает мое воображение. Вот. И мы недавно просто посидели у него дома и просто поиграли. Но тогда у Миши была не совсем акустическая гитара, у него была доска, а дал мне свою акустику щедро. Вот. И мы сейчас просто что-нибудь мы сейчас попытаемся сыграть и, так сказать, мою лажу не обессудьте. Вот. И мы можем просто что-нибудь. Шоколада мне еще так дали. Надо облегчать карманы. Необычайно, в определенной степени. Thank you.
Я просто теряюсь. Вот я ведь не строил эту программу заранее, как вы понимаете. Вот, я хочу позвать Игоря Набокина.
Если ты планируешь, я тоже тут после него буду, потому что мне ехать далеко. А я вас обоих могу позвать, кстати, а сам отойти послушать. Нет, мы вместе медитируем. Давай. На гитаре играть не буду. Клавиши включи, пожалуйста. Саша, а где у тебя транспозиция на клавиши? Очень далеко лазит. Вот я и хочу. Сейчас на такой нормальный родос. Под клавиши, но не получилось. Раз. Раз, раз. Это тоже, разумеется, не готовилось. А дело в том, что с Игорем у нас тоже давняя дружба и сотрудничество. И, к сожалению, над тем, что мы пытались ее зафиксировать, давлеет какой-то рок. Два раза нам делали профессиональную запись, и оба раза запись каким-то образом пропадала. Вот, и... Так, вы видели здесь или нет? Вот, и Игорь — это человек, который в свое время очень сильно повлиял на меня в творческом плане, совершенно обоюдно. Вот. Но его видят здесь еще и даже реже, чем меня, насколько я могу судить. Вот. И это большая ошибка, которую надо исправить. Вот. Значит, огромность мы здесь. Я попробую тише поиграть. Ну, объяви песню, а я попытаюсь. Из тех, кто ищет пути давно испепеленный рай. Ты не зови меня на юг. Я плод его отведал, и до сих пор на языке так горечь, как времени мне вспять не обратиться и прошлого не слыть. Ты не зови меня на юг, не пылким наметом вороного, когда летишь по землям, поросшим тростником и забытьем. Ты не зови меня на юг.
я безмолвья воздвигнутые ртами, вернувшихся во мрак. Вернись, и вот этими ногтями разрой сухую землю, и, обжигая руки, подниму все, чем я жил когда-то, и горький этот юг закружит стрелки в буйном хороводе, как в старину земля, спеша за черными быками лето. Ты не зови меня на юг, там дремлет камень плит, ревнивый сторож скопленного праха, а я один из тех, кто веет пепел и до утра баюкает огонь. Так не зови, так не зови меня на юг, полночною грядою пусть надо мною склонится спокойная улыбка наших мертвых. Ты не зови меня на юг, ты не зови меня на юг, ты не зови меня на юг, ты не зови. Дождь не говорит ничего и плачет.
Пойдем. Паша Аксенов, просьба. С Пашей мы познакомились буквально пару недель назад у Игоря. И, честно говоря, я ему даже и подыгрывать не решусь, потому что такой ритм я просто даже не впишусь, боюсь, что... Ну вот, чтобы в духе концерта что-то было такое там... Песня на стихи Алексея Цветкова, называется «Неофита». Точек нету. Я фита в латинском наборе, меч один и сквозь ребра лет. Я трава в перекате море, выпей ветер, запряги свет. Оберну суставы кожей, со зрачков нога соскребу. Средиземной ладони Божьей сверю с подлинником судьбу. Память стала переполнить, и пойдут берега в разнос. Разве озеро долго помнит поцелуи рыб и стрекоз? Я не лод спиной к Содому, что с затылочной костью след. Я трава, поверни к дому, вспомни друга, переломи хлеб. Но слеза размывает берег, я кружусь над чужой волной. Алеутская птица Беринг, позабывшая путь домой. Память стала переполнить, и пойдут берега в разнос. Разве озеро долго помнит поцелуи рыбы стрекоз? Память стала переполнить, и пойдут берега в разнос. Разве озеро долго помнит поцелуи рыб, поцелуи рыбы стрекоз? Ах, ты выгребая. Опять же, а Паша, я много слышал от Ромы Ланкина, который пел его песню известную про озеро Титикака. Кажется, так она называется, да? Именно эту песню? А, не только. Ну, не знаю. Вот, но дело в том, что Рома ее все-таки поет не так, как Паша. Вот как же, так же, как история с песней про Бразилию, значит, вот я хочу, чтобы вы услышали, как она по-настоящему. По просьбе... Именинника, да? Именинника этого концерта. Вот Титикака. Далеко-леко, однако озеро есть Титикака. Полярной ночи мало чтоб дойти, однако запрягу свою пряжку и отправлюсь в путь. Застыл бы берегом пролив, однако там за тихим океаном стану главным я шаманом. Научу индейц и оленей пасти посреди деревьев мага
всех прячется моя. Я разгонился, что меня хитрый, чтоб медведь не смог найти. На-ри-га-на-на, нелегко-легко, однако мне попасть на Титикаку. На юге вот бы все же заслужил, однако там везде растут бананы, лето круглый год. Качаются на ветках обезьяны, там сыгур зеленый, круче стану самым южным. Чукчи научу индейцев на моржае ходить. Посреди деревьев манго спрячется моя. Я разгонится, что меня хитрый, чтоб медведь не смог найти. Стану самым южным, чукчи научу индейцам на моржае ходить. Посреди деревьев манго спрячется моя. Я разгонится, что меня хитрый, чтоб медведь. Ой, а не за что меня белый, чтоб медведь не смог найти. Еще одну песню, и надо выступать другим. Много талантливых людей. Песня называется «Скажи мне да». Ну, это не сальса, но полусальса. Рома из нее сделал сальса. Пою свои трели звонко, как после грозы. Скажи мне да, и тени грусти не будет, а полдень счастья пробьют нам часы. Ты как маяк в открытом море покажешь путь заре твоей любви. Скажи мне да, и реки вспять повернут. Я смогу только фразой одной, ты позови, ты позови. Скажи мне да, и зодиака засветится небо ночью, дозволюсь стихам. Скажи мне да, и поплывут облака моих песен к млечным твоим берегам. Ты как маяк в открытом море покажешь путь царе твоей любви. Скажи мне да, и реки спят повернут. Я смогу только фразы открой, ты позови, ты позови. Ты позови.
Огромное спасибо, Паша. Я считаю своим долгом, чтобы люди слушали этих людей. Я думаю, сейчас самое время у нас настало для женского вокала, красивого и хорошего. И я хочу позвать на сцену Сашу Григорьеву, пока ее одну. Пока ее одну. А потом пойдет на нарастающий. С Сашей мы познакомились по интернету. Тоже интересная история. Значит, сначала ко мне обратился Миша Барановский, сказал, не можешь ли ты помочь хорошим людям? Значит, в чем заключается помощь? Помощь заключалась в том, что Сашиному мужу, которого тоже зовут Саша, который скоро сюда тоже выйдет, понадобился MIDI-провод, который вот можно было купить только в определенном месте, там где-то на eBay. В общем, купил я этот провод, отправил им этот провод. Провод туда не дошел, вернулся мне назад. Но тем временем мы просто уже стали общаться в чате, нашли массу общего. Вот выяснилось, что, оказывается, они слышали мой диск, и что опять-таки нас познакомил где-то виртуально Рома Ланкин, который здесь действительно звучит уже все время. Но это действительно так, то есть вот через Рому он вообще хотел остаться на этот концерт тоже, но не смог. Вот, и мне было очень приятно, когда я сюда приехал, что я понял, что в лице ребят нашел действительно настоящих друзей. Такое бывает и по интернету тоже. Вот. А сейчас мы с Сашей споем песенку, и я думаю, что вы тоже оцените. Я небольшую ремарочку сделала. Вообще было очень это все забавно, потому что когда-то мой муж посвятил Алику целую вещь, да, которая называется «Младенец», может быть, кто-то когда-нибудь услышит ее. И на этом как бы вот общение заочное закончилось. И когда мы с Аликом разговаривали, он не перестал послушать свое произведение на возвращение, я поставила Сашу, послушай, какая вещь. Он такой говорит, ты знаешь, похоже на одного человека, которого я слышал когда-то очень давно, и фамилия его Алабин. Так я говорю, так это, собственно, и есть Алабин. Сейчас мы исполним. Я думаю, все эти вещи более-менее знают. Se você disser que eu desafio meu amor, saiba que este me provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho vida igual ao seu. É por sua apenas o que Deus me deu. Você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que este bossa nova, que este é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente. O que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com sua música esqueceu o principal, que é no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que é no peito dos desafinados também bate um coração. Пожалуйста, Саша Григорьев. Вам сцена.
sky, so vast in the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Позвать Пашу. Фахретдинов.
я, наверное, в этом зале являюсь уникальным автором. По-моему, я единственный, чьи песни не поет Рома Ланский. Не прибедняйся, но и тоже не поет. Все начинают примазываться, значит. Все хотят быть уникальными. Нет, брат. Я первый придумал. Саня, можно я возьму твою гитару, а ты поиграешь на чей-нибудь другой? Нет, давай сюда наоборот. Ну, мне вот на русском же брифе же. Ну, а я не знаю. Друзья, я сейчас извиняюсь. Дело в том, что я не умею играть на гитаре. Поэтому, а нет ли у вас каподастера? Да, смотрите, вы знаете, есть у меня, дорогой Алик говорил в первом отделении или в начале... Слушайте, дорогой Леонид Ильич. А, или в начале второго отделения он говорил о том, что, значит, видит свою миссию в том, чтобы знакомить, коннектить людей. Ух ты, как она звучит. Да, так вот, вы знаете, мне кажется, что вот когда я помру, Алик, послушай, я говорю о светлом, когда я помру, попаду я туда, и скажут мне, прожил ты жизнь как валенок, в общем, дурной ты человек был, но то, что ты познакомил Сашу Родовского и Алика, ладно, проходи, скажи, в рай. Так что мне кажется, что мы с тобой видим функцию одну. А может быть, ты присядешь за рояль, если тебе это будет особо? А, ты ушел к подальше. Да, ты идешь к подальше? Ну, да. Алик, вот если ты его не нашел, ты нашел его. Спасибо, дорогой. Я бы хотел спеть песню. Тональность... Тебе неудобна эта тональность? Давайте будет тональность, например, для диез. Спасибо. Я бы хотел спеть песню на стихи одесского олигпоэта Бориса Херсонского. Светлой сенью сад.
женою склепа, в котором мир положен. Игра в слова нелепа, выигрыш невозможен. Даже сюрприз еще об этом пока не знает. Дело в том, что здесь в зале присутствует русский Бобби Макферрин. Его зовут Николай Масальский. Коля, вы не смог бы прийти? Он, дело в том, что это человек, это человек. Коля, выходи. Потом телефончиками обменяйтесь. Выходи уже. Давай мы... Английский коль. Не говори ерунды, да? Я буду петь, наверное, ту песню, которую ты уже пел. Ты пел, да. Это песня на стихи одесского поэта Бориса Херсонского. Можно присесть. Сейчас Коля придумает что-нибудь. А ты зачем хочешь присесть? Тебе вот микрофон, да. Может, бюджет не работает? Еще даже чуть-чуть. У вас не работают мониторы. Какая неловкая пауза повисла, что... Да, вы знаете, мониторов вот нет совсем, да. Такая неловкая пауза повисла, что хоть прям стихи читай. Раз. Ну правда не работает, мы вас не обманываем. Они работают. А, работают они? Ну значит они тихие, простите нас. Чуть-чуть ездим. Раз. А. Может быть, меньше звука ждал и больше хорошо. Это будет давно. Что будет? А ты это как бы к себе сейчас отнес, что ли? Я вообще не слышал эти вещи. Дымок. На колонаре
солнце глаза радует, спите, мои маленькие, свечка на полка моих глянц, что похоже на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом... Thank you.
Это спонтанное отделение, поэтому возможно все. Вот так. Советская песня, из которой я сделал то ли авторскую песню, то ли басанову. Гармония там не очень сложная, Саша, я думаю, ты сможешь как-то ее. Ты помнишь, я тебе ее пел, по-моему, в этом варианте. Кто сможет, может подпевать. В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Только там, только там, только там.
ну не случится беда. Грустную землю не мери шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда. Всем вам. Я надеюсь, эта добрая традиция продолжится. Я постараюсь приехать скоро. Спасибо. Ладно, я спою еще одну песню из старого репертуара. Вот ее как раз многие знают. Долгим весенним вечером чувствуешь себя всю мою. Звезды в окна смотрятся доверчиво, напевая песенку свою. Спит дружок, темно на улицах, день был трудным и за день устал. Достаточно зажмуриться и при этом посчитать до ста. Пусть все огорчения забудутся, и не будет горести и бед. Все твои мечты, конечно, сбудутся, может быть, а может быть и нет.
Понятно.